Друзья, привет, Алексей Бо на связи. Вот посмотрите, у нас сегодня важные события. Посмотрите, как выросли наши щенки. Конишоуми. Щенки. И мы везем их, угадайте куда. Вот посмотрите, коробка. Сейчас мы будем пробовать их сюда поставить. И мы хотим отвезти их на вакцинацию. Вакцинацию. Раслин, let's put. Джоэл, can you help already? Just bring all puppy. Видите, давай. Да. Сейчас достаточно такая, потому что это нормально, на самом деле это достаточно такая неприятная процедура, потому что они постоянно пытаются выскочить, и вот это их вести, ну, скажем так. Я помню, мы Раслин, а сейчас Раслин не может выезжать, потому что только по пропускам. Вот, и поэтому, ну, достаточно такая, вот я еду Джоэлом. Но будем пробовать. Но такая не очень. Они часто суетливая процедура, потому что они часто хотят выскочить. Но мы, конечно, будем стараться. Вот, посмотрите, начинают приносить щенков. Так что вот посмотрим, как у нас получится, потому что это не так просто. Это кажется очень просто. Я надеюсь, что они сытые, и им будет хорошо, но, видите, все-таки это такая непростая процедура. Мы будем следить. Давайте посмотрим, как они здесь уселись. Вот уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. Осталось только два. Вот видите, проблема с ними, что они постоянно хотят вылезти. Но надеемся, что 4 мальчика, 4 девочки вот у нас. Ну, мы одну девочку еще оставим себе. Видите, они очень любят играться. Видите, Раслин говорит, окей, bring me mask. Видите, важно не забыть маску, потому что сейчас везде проверяют. Вот, видите, они очень хотят играться. И очень несмышленые. И поэтому, если с ними не играешься, они постоянно жалуются. Вот, видите, Арно принес еще одного. Двоих принес? Одного. Все, остался один, всего 8. И мы. Вот. Джой. А вот эти, посмотрите, какая светленькая девочка. Смотрите, светленькая, прямо беленькая такая. Ага. Вот, ну все, нам надо уезжать, чтобы поскорей отправиться. Окей, Джой, let's go, right? Вот последние фотки. Маску. Вот, смотрите, куда. Окей, so let's try faster, because they soon become hungry. Need to bring. И вот, друзья, мы выезжаем сделать вакцинацию для наших щенков. Вот показываем вам, как выглядит Панлаву. Ну, достаточно пустынные дороги. И мы с вами проезжаем. Скоро будет блокпост первый, который, где нам нужно будет показать пас. Вот. Ну, люди достаточно, все-таки много людей и работает. Бизнесы все-таки открыты. Хотя, в общем-то, есть постановление, что бизнесы закрывались. Вон у нас первый блокпост. Сейчас я приготавливаю. Вот у нас блокпост. Вот, посмотрели у нас пас очень быстро. И мы отправляемся дальше, потому что надо быстрее доехать, чтобы щенки не проголодались. Потому что когда они проголодаются, они начинают лаять. Ну вот, мало людей, пустые дороги. Вот как и должно быть при серьезном карантине.
уже выехали в город, и вот показываю вам, как у нас дороги. Это только что проехали мост, соединяющий Банлау и Бахол, и вот выехали. Ну, достаточно как-то пару дней было очень пустынно, а сейчас как будто бы возвращается такое даже движение. Ну, конечно же, заметно, что движение слабое, но, в общем-то, не такое, нельзя сказать, что оно пустынные улицы. Вот, строительство, вроде бы как даже многие строительства движутся. Вот, ну, проедем, сейчас посмотрим. Люди ездят на мотоциклах. Запрещено двое по двое на мотоцикле. А так в остальном, вот видите, слышите вы, наверное, это пищат наши щенки сзади. Сегодня вторник. Ну, в общем-то, как будто бы люди выезжают. Ну, может быть, их нужда заставляет, может быть, все-таки начинают открывать какие-то магазины, потому что уже просто необходимость, может быть, и, в общем-то, надоело сидеть. Но в Сибу достаточно жесткие новости, в том смысле, что за нарушение карантина могут и арестовать. А комендантского часа вот всю ночь просидеть где-нибудь там. То есть, мол, задерживает комендантский час, если вы нарушаете, задерживает и арестовывает на всю ночь. Вот, посмотрите, мы уже в ветеринарном. Пришли вот наши щенки. Thank you very much. А, посмотрите, всем, они всем нравятся, все спрашивают, что это такое, какая порода, будем ли мы продавать. Вот они ждут, сейчас мы их завакцинируем. Вот видите, достаточно активные, прямо не скажешь, что сейчас какой-то карантин. Люди ездят, в общем-то, все достаточно забито. Мы в моль зашли, и все достаточно много людей. Видите, постоянный поток машин, вот прямо такой же, как и был. And guys, yeah, her color is black, very friendly chicken. Other one also, tick, not so much friendly, but the other one, very friendly black one. Говори, что да. Меня не.
Хотя это не принципиально, но просто чтобы упростить. Просто чтобы упростить. Я думаю... Вот, друзья, посмотрите, какая большая луна поднимается над пляжем. Сегодня, между прочим, я где-то отчитал, что самая большая луна сегодня. Вот мы с Раслин вышли, и вот Раслин, видите, пытается показать это самое. Лес. Если пытается взять луну. Вот мы гуляем, посмотрите. Уже все стемнело, но вот только что взошла самая большая луна, где-то я считал, что сегодня самая большая луна.